Всем, друзья, привет! Это глава 12, Мертвый космос. Шимури, мы со Шимурой отправились на колонию. Это Dead Space, Win and Good Play. Так, с кораблями. Ай, используй погрузчик, чтобы достать обелиск из челнока. Да. Да, малышка. О, это удерживающий камень. Тросы, вон они. Вообще жесть. А ты куда пошла? Так все отключено. Чтобы перенести его и поставить на пьедестал в зале обелиск. Верни на место то, что было украдено. Сделай нас единым. Говорит сержант Ньюман. Охрана летной палубы. У нас больше нет челноков. Один из них успел взлететь, но неожиданно рухнул на палубу ангара. Мы потеряли несколько сот человек и все челноки. Если кто-то меня слышит, не пытайтесь совершить посадку. Не садитесь! Thank you.
неизвестная форма жизни. Служба безопасности извещена. Где? Нет.
подведи питание к мостикам, чтобы перетащить обелиск. Поищи пульт управления в конце сервисной трубы. Невесомости. Thank you.
Охренеть.
Я знала, ты вернешься за мной. Мы одно целое, Айс. Мы одно целое.
это да. Хотелось поговорить с тобой лично. Прости. Мертвый космос завершен. Аж написано. Получено боевое снаряжение. Получено досье. Приз 50 кредитов. Приз 10 силовых. Сложный режим открыт. Друзья, когда мы проходим всю игру, у нас добавляется новая игра плюс. Это нужно сохранение продолжать играть. И у вас предоставляется тот же костюм, до которого вы добились, то есть пятого уровня. А также уже резак первого, обычный, предоставляется сразу. Вы прокачали же его? Либо он просто вам предоставится, так? Уже вроде бы должен прокачанный быть, но это не точно. Пушка, также все узлы, которые были потрачены, например, они будут там же и находиться. То есть ее с таким мы сможем видеть все это. Не нужно будет ни прокачивать вам, ни сам костюм. Такое уже все шикарно. Также резак и лазерный винтовка. Остался, получается, стазис, который я не особо прокачал. Мне он не нужен был. Вот. И остается то, чего еще можно пройти эту игру. Увидеть и найти в магазине. Сейчас увидите. Костюм. Прекрасный костюм. 6-го левела. Защитный костюм, что было. Куда уж больше защиты. Ну хотя бы еще побольше. Вот он. Костюм. Как раз тех. Того спецназа, который хотел осуществить зачистку против нас. Тем более плюс нам, когда мы играем. Не заканчиваем. Нам еще 50 тысяч дается. А дается около 15 узлов. Эта броня, она 30% предоставляет вам защиты. Ну, это тоже кайф. Представляете, пройти игру вот таким, вот с такой броней. Это же приятно. Это фантастично. Это
классная. Вот как не сыграть? Конечно, я понимаю, там, типа, это всего лишь шкурка, все такое, но, блин, извини меня. На этой шкурке ты можешь пройти игру и что-то для себя новое. Это приятно. Так что всем аригато. Всем пока-пока.